Всем привет! Вы снова на канале жизни кавалер Кинг Чарльз Спаниеля. На этот раз пришла нам вот такая варежка для вычесывания собаки. Вот, Собакин уже заинтересовался. 200 с чем-то рублей на Алиэкспрессе. Можно дешевле, но это я заказал через Тимол с быстрой доставкой в Пятерочку. Итак, чтобы вычесать собаку, нам сначала надо вынуть варежку. И чтобы Собакин понюхал. Если понюхает, то будет хорошо. Собаки так дружатся. Так, она для правшей сделана. Так что сойдет. Сажаем собаку. Ой, что-то Собакину, может, тут плоховато, не понравилось. Сажаем Собакина и начинаем чесать. Не держи голову. Надо. Молодец! Молодец! Да, надо хвалить, чтобы она понимала, что это хорошо. Кто такая умница? Вот мы так вычесываем. И она падает. Она сваливает. Жаклин, кто придет чесаться? Любишь чесаться? Правда, ты еще не знаешь, любишь ты или нет. Давай, давай. Ну и вот что у нас получилось. В рекламе вообще пишется, что одним слоем все снимается. О, ей больше коробка понравилась. Ну, в общем и целом, что-то вычислили. Пока она маленькая, потом, может быть, еще покажем, когда будет большая и мохнатая. Чесаться будешь? Ну, не самая лучшая, видимо, для нее вещь. Чесаться будешь? Чесаться будешь? Ха-ха. Пока она еще не поняла, что это круто. Ну все, всем пока.